вот так, это наглость, это как? Большинство наглые это мужчины. Ну, а женщина, она хитрая просто. Она может просто мужчину обдурить до такой степени, что мужчина даже и не поймет, что к чему. Вот такая у нас система, она. А мужики, они как? Фу. Потому что женщина-то чуть послабее. Вот. А чё мужику не наглеет? Вот он наглеет. Особенно вот они, вот, не дай бог, вот особенно вот сейчас 8 марта, вот, поменьше мужики пейте, чтоб разум был. Да и вообще пить это, я думаю, вообще не надо. Ну, можно чуть-чуть, но не до какой-то дурости пить. Вино же оно как? Водка, вино, оно же как? Ну, дух поднимает, все настроение. Понемножку, чтоб разум не терялся в этом мире. Поздравить всех женщин с 8 марта. А дарить это, дарить, мне кажется, самый лучший для женщины, это, думаю, подарок. Когда мужчина ее поздравит там хорошими словами, и чтоб он, ну, навеселе был, но не хамствовал, самое главное, добрый был к женщинам. Вот это самое главное. И не напиваться. Самое главное, не напиваться. Вот все. Вот это оно, вино ни к чему не приведет просто. Когда много пьешь, это слишком. Вино же для чего? Водка для чего выпускают? Для того, чтобы люди. Она тоже иногда работа надоедает, а так оттолкнуться, просто после трудового дня выпить, отдохнуть, чтобы у тебя тело как бы отдохнуло. Музыку послушать хорошую, красивую музыку. Там телек посмотреть. Вот, вот так надо и делать в этом мире. Ну и все, у вас с праздником. Дай вам Бог всем удачи.